я летом поднимал болезненные веки два тонных яблока больших, и мне дремучие рассказывали реки ход воспаленных чашек людских. Сто лет тому назад подушками белела складная легкая постель, и странно вытянулось глиняное тело. Кончался века первых день, и из скрипучего похода мирового какая легкая кровать. Ну что же, если нам не выковать другого, давайте с веком вековать.